Maze Kids, it is a new interactive show that unites TV viewers around a huge labyrinth transformer and many riddles, hints and discoveries. Maze Kids, it is a globally competition of children's teams for the champion of a TV season title, where the count goes on seconds. In each episode, Maze Kids, two teams, two routes, 12 riddles and 6 rooms. In each room, Maze Kids, 3 doors and only 1 door open a right way for move to a new level of game. Millions of users from around the world earn points and influence on the result of competition in Maze Kids Studio together. On the basis of unique technology of conversational interaction between participants of show. В каждом сезоне The Maze Kids участвует 8 команд, и только одна из них может стать чемпионом. Для этого команда из 4 человек должна заработать больше баллов на маршрутах 3 игр. Маршрут состоит из 3 комнат. Каждая комната The Maze Kids содержит загадку, подсказки и 3 двери. Но только одна из них ведет в правильном направлении. Чтобы найти выход из комнаты, команда делегирует игрока, который или правильно определит выход, или покинет эту игру. Если команда прибегает к подсказкам комнаты, команда теряет баллы. При условии, что выход определен верно и правильный ответ найден без подсказки, команда зарабатывает в 3 раза больше баллов. Победитель The Maze Kids переходит на следующий уровень игры. Результат соревнований оглашается в заветной комнате при участии телезрителей. Вы – работники музейного хранилища. Переоденьтесь, пожалуйста, и подготовьтесь к вопросу комнаты. Итак, внимание, вопрос. Предметов какой страны больше всего в музее? Время пошло. У вас 3 минуты на разгадку. Нажмите зеленую кнопку, когда будет готов ответ. Итак, у нас есть 5 стран, у нас есть 5 тумб, на которых расположены флажки 5 стран, флаги 5 стран. И у нас есть чемоданы, в которых хранятся вещи, относящиеся к той или иной стране. Только вещи, которые находятся в чемоданах, лежащих на полу. Но никак не на стеллажах, на полках. Оттуда вещи не имеют никакого отношения к заданию, то есть к 5 тумбам той или иной страны. Великобритания, Франция, Япония, США, Украина. Так, нажали кнопку. Команда «Суперчетверка» дала неправильный ответ. У них есть еще одна возможность не потерять ни одного игрока, перейти в следующий этап, если они выберут правильную дверь. И выбор был сделан верный. Ответ правильный. Какой самый сложный момент в этой игре был? Когда выдували шары из труб. Было непонятно, кто пойдет, откроет дверь. И это было очень взволнованно, хотелось выбрать правильную дверь. Но Юра осмелился и пошел, открыл дверь. Я просто не хотела, чтобы никто из этой команды не ушел. Поступок был правильный, он взял на себя ответственность, он очень, помог команде. Я посоветую, прежде чем вы не прошли ни одной комнаты, не волноваться, что вы проиграете. Верили друг в друга, и чтобы... Они помогали друг другу.